Какие опасности таит в себе всемирная сеть, точно знают сотрудники полиции. Именно этими сведениями они решили поделиться с кадетами военно-патриотического клуба «Высота». Для ребят полицейские подготовили урок безопасности. Офицеры рассказали о том, что такое экстремизм и терроризм, насколько опасной может быть обычная переписка в соцсетях. Сотрудники объяснили, чем грозит размещение на своих личных страничках запрещенного контента, видеороликов, аудиозаписей, нацистской символики или другой подобной информации. Рассказали полицейские и об административной и уголовной ответственности за эти преступления и правонарушения. В планах правоохранителей подобные беседы о сетевой безопасности провести и с родителями ивановских подростков.